Всем привет! Сейчас мы с вами будем рисовать новогоднюю елочку. Красивая такая. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и что, начнем рисовать. Берите карандаш и листочек. И начинаем вместе с вами рисовать новогоднюю елочку. Красиво. Первое, что мы рисуем, вот такую линию. Это длина, какой длины у нас будет елочка. Делайте такую, какую хотите сделать. Так, нарисовали. Теперь рисуем треугольник такой, как у нас с вами пойдет елочка. Такой вот треугольник получается. И теперь начнем рисовать уже саму елочку, прорисовывать. Веточки такие. Рисуем. Рисуйте веточки такие, какие хотите. Можно одну такую, другую такую. Не обязательно, чтобы они были все одинаковые. С одной стороны нарисовали. Сейчас будем рисовать с другой стороны. Вот мы и нарисовали. Вот такая у нас получилась елочка. Стираем теперь все ненужные линии. Я вот уже стерла все ненужные линии. Показываю вам уже, как получилось. Теперь здесь рисуем елочки, веточки. Краев мы нарисовали, теперь посредине рисуем.
Вот так у нас получилось. Теперь рисуем звезду на елочке. Потом стираем все ненужные линии. Вот такая вот у нас звезда получилась. Дальше рисуем гирлянду на елке. Такая у нас гирлянда получилась. Теперь рисуем игрушки. Игрушки можете рисовать, какие хотите. Хоть звездочки, хоть конфетки. Какие вам нравятся, такие рисуйте. Я вот такие вот нарисовала игрушки. Так у меня так получилось. Такие игрушки. Теперь я раскрашиваю звезду. У меня под звезда желтого цвета. Можете красить звезду такого цвета, какого хотите. Сами выбирайте, какой вам больше нравится. Теперь я елочку крашу вот таким зеленым цветом. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какие еще хотите, чтобы я... Какие вы еще хотите научиться рисовать рисунки. И подписывайтесь. Вот я уже раскрасила гирлянду и игрушки, и у меня получилось вот так вот. Вот я уже всю елочку раскрасила. Такая вот елочка у меня получилась. Пишите, нравится вам, как у меня получилось.